Всем привет, друзья, с вами Малдер, мы продолжаем играть в Ведьмака. Делаем задание на яды, надо истребить утопцев, для того, чтобы вышел их предводитель. А потом дать ему пизды просто и все, и забрать ожерелье, которое он спиздил. Все просто, бля, эти хуилы тут. Сейчас мы их на мосту захерачим, бля. Давай боевым тройным стилем. Нихуя себе, блядь, это выдал. Блядь, откуда это обезьяна? Почему она со мной все время таскается? Или это другая, или хер его знает? Откуда ты, блядь, взялась тут, блядь? Обезьянка, иди отсюда, блядь. Стюпид манки. Так. Где-то неподалеку тут место-то это. Вот здесь где-то. Вон они. Есть. Бля, он не сдох, нахуй, где-то еще один. Не понял. Еще один, что ли, где-то есть? Здесь. Так, новые предметы, да? Выходи, тварь, блядь. Во, вот она где-то, вот она бежит. Готов. И? Еще где-то должно быть. Ты ебаный рот. Сейчас утыщи его одного. Вон он. Нет? Померещилось. Ну, за ночь-то, я надеюсь, успеем их тут перепиздить-то, блядь. Утопцы. Не, ну так далеко от речки-то они вряд ли уйдут. От озера. Надо тут побегать вот. В окрестностях. Сейчас повылезают. Сейчас еще вылезут. По крайней мере, на это надеюсь. Может, до эльфов добирать? Может, тут еще где есть? Вон еще ходит. Там уже дерево. Это вот. Есть. Так, следующий. Следующий в деревне, как я и говорил. Заодно, блин, хлеба надо купить. Не забыть прям. Но все равно сейчас мимо побежим этого хлебник. Хлебника. Что за хуйня? Блядь, откуда ты взялась? Пизда, блядь. Опять обезьяна, блядь. Да что ж такое-то? Вот как в этом. В Футураме, блядь. Там маленький, черненький такой был, блядь. Инопланетянин, блядь, оказался. Ну. Блядь. Так, я по правильной дороге-то иду, да? Тут везде виверны, блядь. Ну его обычным ударом. Некоторые, блядь, вот быстрые, блядь, некоторые нихера. С вивер надо ингредиенты забирать. Они не так часто встречаются. Так, ты уже сдох. Давно. А Беренгар? Беренгар здесь, кстати.
Можно к нему зайти побазарить по пути. Да? Ты говорил с владычицей озера? Боги не разговаривают с простыми смертными. Избавь меня от своего сарказма. Итак, какие удивительные вести открыла тебе местная богиня? Она говорила о предназначении. Предназначение совершенно меня не интересует. Если хочешь поиграть в героя, то пожалуйста. Я тебе даже помогу. Видишь ли, я тебя тут недавно обманул. Обманул меня? Саламандры заставили меня передать им несколько формул. Проводили на мне исследования. И знаешь что? Я даже не протестовал. И они мне неплохо заплатили. Почему? Ты сам знаешь почему. Я хотел жениться, детей завести, жить как все люди. А вы, ведьмаки, вы украли у меня это право. Люди меня ненавидят, когда они видят мои глаза. Они бледнеют от страха. А что касается детей, скажи мне, какая разница между твоим любимым Каэр Морхеном и логовом Саламандр? Я здесь не для того, чтобы говорить, что я чем-то лучше тебя. Оставь меня в покое. Один твой вид меня раздражает. У меня начинают возникать сомнения. До встречи. Это обиженка, блядь. Обиженный на жизнь. Так, ну давай. Беренгар признал сотрудничество с саламандрами. Обиженка, сука. Надо побыстрее, блядь, дойти до того места. Я до сих пор не понимаю, куда мне делся, блядь, камень телепортации, блядь. Куда он съебался? Я его отдал, что ли, рыжий, блядь, кому ли, хуй её знает. Далеко бежать-то? Ёбаный рот. Ага. А сюда? Нет, не сюда. На обратном пути, кстати, зайдем. В эту самую. Врагаловку местную. Отдадим там все задания. И получим деньги. Территория новая. Холм. Это кто, блядь? Яга. Вы-то мне и нужны. Эх, нихуя. Это яга, блядь. Яга, блядь, пизжу, блядь. Все, сдохло. Мне надо 3 яги-то, блядь. Сука, у меня места нету для яги. Ну, ебаный рот, а. Так, цветок выкинем нахуй. Кошка. Вот кремний, блядь, у меня его, по-моему... Кремень, блядь. А что-то у меня кремень-то немного. Куда его весь дел? Блядь, книги эти, сука, сраные. Рыба. Сейчас, секунду. Так, ноги съедим. Еще. Съедим. Перцовочкой запьем. Не хочешь перцовочкой запивать? Оп. Так. Легкое опьянение. Так, это все мы возьмем. Я только не понял, по какой хуй я вот это вот убирал-то, еб твою мать. Так, где яги еще?
перцовочки ебанули. Цветы. Где мясо? Вот, дошли почти. Они прям на дороге, что ли, выебываются? Не, на берегу. Вот они, блядь. Так, готово, нахуй. Я должен убить плавуна. Где плавун? Вот он, плавун Зефир. Готов, нахуй. Плавунец. Ох, сколько у него. Шелковый платок. Кольцо. Ожерелье с бирюзой. Отлично. Просто охуенно. Мне нужны яги. Яги, блядь. Я все никак не привыкну, что они яги. Теперь. Яга. Ну, внутри, блядь. Баба-яга, блядь. Где же нам найти-то еще? Одну хотя бы. Я вот волков слышу. Это мы куда уже идем-то? Рухнувший мост. А зачем нам сюда идти? Тут есть стол. Кто-то бухал. Тут реки-то уж нет давно, блядь. Костер, что ли? Не, кого-то убили. Кого-то убили. Виноградик. Не, вода есть. Но очень немного. Это, по всей видимости, край локации, что ли. Не, туда тоже пройти нельзя. Блин, нужна яга. Нужна яга. Так, проход к берегу, подожди. Ну, она, кстати, наяда и днем там объебается. Так что похуй. Видимо, хотят его отремонтировать, мост, он даже носилки строительные валяются. Так, кого-то слышу. Это самогонки такой эффект? Ладно. Никому об этом не говорить. Ни в коем случае, блядь. Гномы, блядь, какие-то охуеть. Ёб твою мать. Откуда вы, блядь, здесь? Блин, ну яги, где вы, блядь? Давайте еще одну. Я заебашу, блядь. Там причем Абигайл, там же, блядь, рядом с таверной сидит. Придется как-нибудь к ней возвращаться. Хлеб, 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 ёпты. Хлеб-то надо купить еще. Так, а хлеб можем купить у этой самой. У барменши, наверное, у нее, я уж надеюсь, есть хлеб-то. Так, сейчас мы тут территорию. Луга! Новая территория, кстати. Луга. Мне яги нужны. Это кто там такие, блядь? Место силы нашли, блядь. Место силы. Ну, в лугах что-то, блядь, никого нету. Волки воют только. Берберг. Тут одна ягода вот только. А в прошлый раз срывали, аж 9 было. Что за хуйня? Что происходит? Доброе утро, ведьмак. Мое почтение. У тебя грустный вид. Что случилось? Моя сестра выходит замуж за человека, который ей даже не нравится.
Мне нечего надеть на свадьбу, потому что наш отец потратил все свои сбережения на приданное для любимой доченьки. Более того, стоит жуткая жара, которая всех раздражает. А в остальном все хорошо. Не так уж хорошо. Можно мне задать вопрос? Да. У меня есть для тебя кольцо. Покажи. Оно красивее, чем Алинина? А у меня ведь правда есть. Мы только что нашли, блядь. Где ты нашел эту ерунду? Купил у старого нищего или на ярмарке в день Святого Григория? Ладно уж, я этой Алине покажу, что я могу заполучить любого мужчину. Но... Заткнись и поцелуй меня. Так бы сразу, блядь, а то выебывается тут, блядь, кольцо, кольцо. Все понятно, что шкура, блядь. Но симпатичная шкура-то, блядь. Все, побежала. Селина, нужно поговорить о новой семье Альвина с Лютиком. Деревенская таверна. Так, яйца отдать. Юлиану надо... Что такое, блин? Геральт, это снова ты. Как дела? Мне удалось разыскать Альвина. Альвина. О чем-то таком Трис меня просила... Ой, вбивала мне в голову это целый час. А, она дала мне для него двемеритовый амулет. Лютик, ты хоть что-нибудь способен сделать как следует? Нельзя тебе дать простейшее задание. А знаешь, Геральт, у меня для тебя посылка. Какая посылка? Не знаю, это для меня слишком сложное задание. Прекращай дуться, Лютик, что там у тебя? Ну ладно, письмо от твоей возлюбленной. Трис, давай его сюда. Не двигаться! Двемеритовый амулет должен отдать. Так, сейчас яйца отдаю. Трактирщик. Он тут прям спит. Чем могу служить? Я видел твое объявление. Какое? Про яйца виверны? Они мне нужны для моих знаменитых омлетов. Я принес 3. Отлично, как раз то, что нужно. Вот деньги за твой труд. 250, неплохо. Да? Трактирщица, что у тебя есть-то? Чем могу служить? У меня есть к тебе вопросы. Спрашивай, путник. Что ты можешь рассказать мне об этом поселении? Темноводье. Ну, расскажи мне, блядь, он живет где? Я все. Если он. Благодарю. Чем могу служить? Это мы все слышали. Спасибо. Это мы все слышали. Трактирщик. Трудные времена. Выкинуть там надо всю хуйню. Ну, вставай нахуй, шкура. Чем могу служить? Еще кое-что. Да? Угу. Так, это у нас. Блять, рыбу надо продать нахуй. Хлеб. Где-то у нас вот 3 хлеба, блядь. 1 хлеб возьмем. Будет 5. Рыбу продадим, яйцо выкинем. Мясо. Это тоже нахуй. Книги. Бля, я книги. Юлиан, по-моему, покупает книги. Шкура Василиска. Шелковый платок. А тут у нас безграничное, что ли, хранилище? Или что за хуйня? Вон, показалось даже это самое вертушечка. Булочку нахуй. Так, обновление оружия. Туда же. Обновление оружия. Вот руна Луны, блин, вот она навсегда вот это обновление дается. Я до сих пор понять не могу. Так, рыбов, давай выкинем, пока раз тут место безграничное. Алхимическая паста. Рыбов. Так, ядовитые железы выкинем. Костный мозг Альгуля.
пригодится. Язык полуонно выкидываем нахуй. Новых мозг утопится туда же. У нас до хера этого всего. Ага. Печень зверя. Это что? Генацевая кислота. Пока ставим. Крылья, мозг утопца. Нахуй. Там насобираем еще, если что. Вот шкура Василиск. А, вы мне отдать надо ее. Ту, ёпта. Я уже забыл совсем. Так, трактирщик. Мне нужно, знаешь что? Мне нужно, наверное, кимарнуть где-нибудь. Сейчас вот трактирщица спросим. Никого нет все равно, блядь, тут в заведении. Как-то пустовато, да? В зиме постоянно кто-то сидел. Тут раз, никого нет. Ни одного человека, блядь. Только эти ебалы бьют. Чем могу служить? Друг другу. Я хочу отдохнуть. Комнаты есть? Да. Для тебя 5 аренов. Ладно. Уговорила. Таланты у нас есть. Юные таланты. Так. Сейчас мы захуячим что-нибудь. Боль плюс 20. Это не серебряный меч. Повреждение плюс 30. Давай, повреждение плюс 30. Это быстрое серебро, да? Ну, кстати, уже утро, блядь, практически. Быстрый прием, особая атака. Уклонение, ослепление, плюс 75. Ага. Давай захуячим. Так. И групповой сталь. А подожди, давай групповое серебро сделаем. Точный удар. И нокдаун. Давай точные удары захерачим. Так, ингредиенты. Яд повешенного. Типа эликсир. Ну как вы, блядь, тут неужели мне надо лезть в бестиарий, блядь, смотреть, что да как там сделать? Ужас, блядь. Сколько? 5 часов до утра, нихуя себе. Еще не факт, что Юлик придет сюда с утра с самого. Хотя, блядь, хули ему делать-то. Вот, все, народ есть. Старый... Гость, игрок. Мы рыбу-то продали-то? Отдали. Почему я вот это не выкинул? Блять. Да, я выкину его на сразу. Еще кое-что. Да? Пока помню. Целая ячейка, блин. Хлеб выкинем. Письмо Трис. Геральт, ты сбежал как раз вовремя. Пора, что тебе не стоит возвращаться в город. Надеюсь, мы расстались ненадолго. Однако это не самая большая наша проблема. Альвин сбежал, воспользовавшись магией. Но я выяснила, куда он пронесся и отправил тебя в то же место. Пожалуйста, позаботься о нем. Уверена, уговаривать тебя не придется. Ведь ты полюбил его не меньше, чем я. Мальчик многое пережил, и его дикий магический дар проснулся. Пока он был здесь, у него не хватило терпения учиться хотя бы основам магии. Он заявил, что предпочитает искать магические артефакты где-нибудь в древних руинах. Прикладываю к этому письму двумеритовый амулет, который заблокирует магию. Надеюсь, этот раздолбай лютик его не потерял. Убеди Альвина носить его, не снимая. Заботься о нем и думай обо мне. Надеюсь, у нас все будет хорошо. С нашими отношениями ведь справиться не сложнее, чем с твоей главной миссией, правда? Береги себя. Буду ждать. Твоя Трис.
Так, письмо Меригольд. Письмо Меригольд. Двумеритовый амулет. Тут до хера заданий-то, блядь, на самом деле мы уже можем сделать. Так, где этот, блядь? Где Юлий? Юлий. На Василисков. Ну да, показывает, что он здесь, типа того. Но он, наверное, еще не пришел, что ли? Или чего, блядь? Лютик, блядь. Геральт? Что произошло в Изиме после того, как я исчез? Мне откуда знать, я тоже уехал. Слышал только, будто ты там немало народу положил. Иногда убивать необходимо. Только не обижайся, но тебе что, понравилось убивать людей? Людей я убиваю только в случае самообороны. Как в добрые старые времена. Как бы мы ни старались, количество ублюдков и негодяев не уменьшается. Худшее еще впереди. Будь осторожен. Хорошо. Геральт? Как тебе нравится в деревне? Здесь просто чудо. Вино, женщины, песни, игры в кости. Всю ночь напролет. Кости? Когда-то я играл в кости. Не думал, что эта игра популярна в провинции. Да местные с ума по ней сходят. Невероятно просто. Да я практически профессионал. Не хочу тебя разочаровывать, но тебе еще далеко до моего уровня. Попробуем. Ты мне как брат. Я не могу просто так тебя ободрать. Возвращайся, когда наберешься опыт. Начни с Тобиаса Гофмана или Юлиана. Ну ты чё, блядь, я уж всех захерачил. Геральт? Мне нужно ответить на письмо. У меня при себе есть пергамент и перо. Можешь пока придумать начало. Хорошо. Дорогая Трис. Ваш роман процветает. О, рад за тебя, Геральт. Не начинай. Что дальше? Что-нибудь насчет Альвина? Наверняка она о нем волнуется. Еще можно попросить ее немедленно уведомить Фольтеста о планах Адды. Возможно, это ее заинтересует. Садись и пиши. А рыбак доставит письмо в Изим. Хочу кусочек. Так, иди-ка сюда, блядь. Геральт? С кем мне отправить письмо? Лучше всего попросить рыбака. Он доставит письмо в Изиму. Как поживает новая баллада? Это поэтический шедевр. Шокирующий, романтический. О! А сюжет? Захватывающий. Взят из жизни. Трубадурам не обязательно что-то выдумывать. В жизни достаточно прекрасных сюжетов. Напишешь о крестьянах, работающих в поле? Лютик, что-то ты темнишь. Я ж тебя знаю. Скоро ты обо всем узнаешь. Бывай. Так, где Юлик, блядь? Следующий. О! Геральт? Я возьму на себя работу Беренгара. Я разберусь с этой проблемой. Послушай, у меня ужасно много дел. Я планирую собственную свадьбу. Ты представить себе не можешь, сколько времени отнимают приготовления. Зайди как-нибудь позже. С водяными можно договориться. Неужели? Такова воля владычицы озера. Тебе что-то не нравится? Нет, ведьмак, я ведь не идиот. В таком случае я должен передать ей от тебя дар. В знак твоей верности владычице и желания завершить дело миром. Конечно. Что мне ей подарить?
Блять, а что ей подарить-то нахуй? Алебастровая статуэтка, изображающая юного водяного, захватившего духа войны. Свадебное вино Калины. Алмаз. А что ей надо? Я не знаю, блядь. Алебастровую статуэтку, изображающую юного водяного, захватившего духа воды. Держи. Мне бы заплатили за нее неплохие деньги в Вызиме. Но мир для меня важнее. Поговорим позже. Да как позже-то, блядь? Мне надо тебе задание отдать, придурок. Сука. Кому мы тут заехали? Поговорим. Да ебаный ты рот, нахуй. Ну так, стоять, что тут еще есть у нас? А, и про Альвина мы не спросили нихера, блядь. Поговорим. Да ты заебешь, нах. Геральт? Бывай. Так, бывай, да? Ну погнали тогда, сходим. Сходим куда? Сходим куда-то. Что у нас здесь еще есть-то? А, до Альвина надо дойти. А сколько як-то ей надо? Три ведь, да? Абигайл-то. Чего ты хочешь? Нет у него ни хера, блядь. Как и у меня, собственно говоря. Ладно, пойдемте. Сходим тогда, что ли, в деревню. Да. Ну, он что-то затупил, блядь. Я правильно иду хоть? Нет, конечно. Хотя можно и здесь пройти. Так, кузнец тут есть. Бля, нас ждет голодный год. Приветствую. Привет. Чем я могу помочь уважаемому господину? Ты кто такой? Мастер на все руки, к вашим услугам. Я могу починить все, что угодно. Могу делать удивительные и нестандартные предметы на заказ. А еще я отличный кузнец и плотник. А ты правда мастер на все руки? Чтобы выжить в наше время, надо предлагать широкий спектр услуг. Понимаете ли, господин, у меня есть дорогостоящие хобби. Хобби? Именно. Я, мой брат из Вызимы и зять из Новиграда планируем создать летающую машину. Мы уже построили несколько, ну, потом пришлось оплачивать лечение пилота. Понятно. Да? Леонард, ты ли это? Беренгар сказал, что ты знаешь легенду о вороне. Хотите послушать легенду о вороне? Я об этом ничего не знаю. Меня больше интересует техника. Эти доспехи были революционным изобретением, возможным только благодаря новым технологиям в металлургии. Очень интересно. Так вот, по поводу доспехов. Я могу попытаться рассказать вам об их качествах. Спасибо, только учти. Я ничего не знаю о металлургии и прочем кузнечном деле. От доспехов ворона осталось три элемента. Плечо, наруч и рукавица. Все остальное. Железная руда высочайшего качества и великолепная технология. Это вам не какие-то жуткие тиберианские плавильни. Гномы на века опередили нас в плане технологий. Под горой Карбон у них есть оборудование, о котором наши ремесленники могут только мечтать. А про доспехи ты мне можешь рассказать? Это восхитительно. Невероятно. Впрочем, как скажете, технологии, о которых я упомянул, позволили создать прочную и гибкую сталь, практически неуничтожимую.
Как я уже сказал, осталось только 3 части доспехов. Если вы хотите воссоздать доспехи целиком, вы должны найти материалы на замену и того, кто может собрать все воедино. Какие-нибудь предложения? Вам стоит поискать в местах захоронений великих рыцарей. Я слышал, графья династии Руйтер носили похожие доспехи. Части вполне можно будет переплавить. А подходящего мастера придется искать в Изиме. Я за такую работу не возьмусь. А что у тебя есть-то? У тебя нечего даже купить, блядь. Мужик, ты че? Так. Да? Прощай. Тебе даже купить нечего. Это как раз от сынуля, блядь. Где у тебя? Сынуля нету. Свадьбы не вижу. Ладно, погнали, мы сходим сюда. Алина. А где мелкий пиздюк-то у тебя? Алина. Зачем ты искал меня, ведьмак? Я ищу Альвина. Этот мальчишка, он как ртуть, он повсюду. Если он не в деревне, проверь развалины неподалеку. Альвину там нравится. Спасибо тебе, я поищу. Зачем ты искал меня, ведьмак? Блять, заложить сестру, что ли? Да похуй. Я видел Юлиана и Селину вместе, но тебе нечего опасаться. Селина из шкуры вон лезла, чтобы привлечь его внимание, но Юлиана она, похоже, совсем не интересует. Селина иногда может быть совершенно несносной. Просто ей давно пора замуж. А Юлиан, он меня любит, и никакая ссора этого не изменит. Я хотела убедиться, что с моим дорогим Юлианом ничего не случилось, но не хотела, чтобы он подумал, что я переживаю. Спасибо, ведьмак. Эх, женщины. Бах, бабы, блядь. Так, Альвин, блядь. Альвин должен быть где-то на руинах. А что тут, блядь, за руины? Где они хоть находятся-то? Дорога к таверне. Проход к берегу. Так, мне нужны руины. Дорога к мосту. Мне тут точно ничего не надо больше. Кузнец. Селина. Селина. Ну ладно, похуй, что придем. Если что, придем. Развалины. Ох, ничего себе. Проход в поля. Место силы, да? Для убийцы монстров здесь работа всегда. Блин, я тут пройду, интересно, вот, если на гору забраться. А яги, интересно, ночью, ой, днем точнее, выебываются? Или только или они только ночные? Хрен вот его знает, да? Блин, неизвестное растение. Здесь нету продавцов книг. Вот это печально, на самом деле. Очень много растений, а изучить не могу. Да денег на самом деле нету, блядь. Покупать эти книжки по 600 монет, блядь. Не, ну там есть и подешевле, конечно, не 600. Ёбаный рот, нахуй. Так, луга. Ну, а, вот развалины, смотри-ка. Но в лугах-то мы были. Призрак игрока. Кто ты, блядь? Сам Герд из Риги.
а ты стал знаменитостью в мире призраков. Альвин, отойди. Вызов духов может быть опасным. Я просто хотел владеть силой, как Трис. Вообще-то я существо добродушное. Просто в последнее время мне очень одиноко. Я хотел бы оставить Альвина у себя. Будем играть с ним в кости. Он умный мальчик. Оставь его в покое. В таком случае сыграем на него. Победитель получает мальчишку. У тебя нет никаких шансов. Какая уверенность. Чудесно. Помоги мне. Помоги. Блять, с призраком играть. Че, Морзик, выпускать тебя, что ли? Сейчас. Так. На пацана, блядь. Ёбаный рот. Так. У нас пара. Мне проиграть нельзя, блядь, между прочим. Это будет очень печально, если мы пацана, блядь, проиграем. Бля, куда она улетела? Пиздос. А я выиграл. Так, следующий раунд. Ладно. Пока не так все плохо, блядь. 1-2. Че там, блядь? У нее тоже какая-то хуйня, блядь. Нет, я не буду тут выебываться. Надо просто выиграть, блядь. Тут не в деньгах дело. Две пары. Причем наивысшие две пары, блядь. Сука. Я выиграл. Съебал отсюда, блядь. Геральт! Ты спас меня! Я ужасно испугался. Уже все в порядке, ты в безопасности. Я знаю. Что тебя привело в эти развалины? Отшельник сказал, что они волшебные. Трис говорила, что я когда-нибудь сам научусь колдовать. Мне нравится магия. Счастье никогда не бывает вечным. Я не имел права подвергать опасности Альвина. Саламандры не знают пощады, они ни перед чем не остановятся. Я не создан для роли отца. Я ведьмак. Хотя временами я жалею и тоскую. У меня есть для тебя подарок. Нравится этот двемеритовый амулет? Ожерелье для девчонок. Этот амулет магический. Он прекратит твои ночные кошмары. Я тоже ношу такой амулет. Амулет, как у тебя. Здорово. Ты хочешь жить с Алиной и Юлианом? Мне снится Алина. В моем сне очень жарко и тихо. Я вижу, как она танцует под лучами солнца. Идет по полю, ищет что-то. Она просит меня. Это просто сны, Альвин. Не обращай на них внимания. Ведьмак, а ты не хотел бы жить с обычными людьми? Ведьмаков создали для того, чтобы защищать таких людей. Простых, беззащитных, обычных. Альвин, надень ожерелье. Тхойна, посмотри мне в глаза и узри свою смерть. Я не обязан с тобой разговаривать. Я не обязан тебя слушать. Ты же даже не человек. Альвин. Теперь ты понимаешь? Ты видишь необходимость действия любой ценой? Геральт, открой глаза, пойми! Что за хуйня, блядь? Он его надел? Да. Да? Альвин, я хочу, чтобы ты перестал играть в «Убей-ка эльфа». Геральт, ну пожалуйста, мне эта игра нравится. Я всегда побеждаю. Ну, почти всегда. Альвин. Ладно, я больше не буду.
Да? Как ты попал в темноводье? Я учил с Трис старшую речь, и тут началась ужасная буря. Тогда Трис приказала мне спрятаться под кроватью. Продолжай. Я услышал тяжелые шаги на лестнице. Потом Трис разозлилась на этих людей даже больше, чем когда я покрасил ее платье волшебной краской, которую видно только в темноте. Могу себе представить. Я услышал крики. Люди полетели с лестницы и запахло горелым мясом. Потом еще люди спрыгнули через окна на веревках. Бросились на Трис и стали ее бить, я думаю. А потом человек в очках спрашивал ее, где я. Она сказала, что телепортировала меня к подруге в Кавир, потому что там воздух чище и есть прекрасные условия для отдыха. Что произошло потом? Тот, что в очках, сказал что-то про поиграть с ней. А Трис сказала, что ты его найдешь и убьешь. Хм. И она пнула его между ног, а он расплакался. Остальные боялись подойти к ней, особенно когда она начала колдовать. Да, Трис умеет за себя постоять, о ней не беспокойся. А потом кто-то приказал обыскать комнату, и они меня нашли. Я побежал, а они погнались за мной. Я очень быстро бежал, а потом споткнулся, и они меня схватили. Они меня увели куда-то и надели мешок на голову. Я испугался даже больше, чем в предместье. Я закрыл глаза и представил, что я далеко-далеко от этих людей. Там красиво, и солнце светит. А потом Алина меня нашла. Я не вру, клянусь. Я верю тебе. Я туда-обратно не вернусь. Они мне сделают больно. Пусть Трис приезжает сюда. Все в порядке, давай посмотрим. Я буду хорошо себя вести, обещаю. До встречи. Ну что, сохраняемся тогда. Продолжим, наверное, уже в следующей серии доделать эти задания. Надо вернуться в таверну обязательно, отдать там все лишнее и спросить у Юлиана за Альвина. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч, всем пока.